Ну, то есть она полностью. Да, прикольно, да? Да. А что это за улица? Как она называется? Даунтаун, это улица, да? Да, действительно. Мне подсказывают, самый большой купол в мире, экранный прием. Самый большой экранный купол в мире. Ага. Да, и, кстати, я сейчас смотрел по телевизору горка, на которой мы катались, тоже самый высокий в мире. Супер. Очень красивая улица, мне даже она больше понравилась, чем стрип, потому что это такая старая Америка, ну, больше людей, все как-то более раскрепощенно, вот эти огромные экраны на потолке, все светится, сверкает, везде какие-то музыканты, все что-то делают, ну, как-то очень все весело, живо. Я не могу сказать, что меня про что-то удивило и что-то супер понравилось, да, это просто такой, ну, это вот как в Москве Старый Арбат, то есть просто место, в которое интересно сходить просто потому, что в нем есть что-то историческое. Ничего особенного, это самый большой экран в мире, который, типа, ну, какой-то такой, попахивает 70-ми, то есть, ну, точно не удивляет. Есть какой-то дух определенный, действительно, есть вот эти уличные музыканты, какие-то вот такие интересные лавочки, магазинчики, которых, может быть, нету на там, на стрипе, например, да? Ну, то есть, это вот просто то место, в которое... стоит съездить просто потому, что ты в Вегасе, потому что Вегас начинался с этой улицы, и она уже давно не считается как бы особо престижной, там старые игровые автоматы, там никакого хай-тека, никаких хороших отелей, просто там есть вот какая-то своя фишка, своя атмосфера. Вот как бы, вот, собственно говоря, и все. Это еще одна особенность вот американцев, то есть они вот не стесняются петь, танцевать, да. Вот они прям на наши постояли, 100% молчали бы. Ну да. А у них же вообще, знаешь, как отдать дань, типа, приехать вот в этот старый город, первый в Лас-Вегас. Это же самый первый, да? Да, да. Нет, это сначала только он был. Это вы, да? Это вы, да? Я вас очень люблю, только что видела, я Петя тут бегаю по улицам, и я слышала, что вы приехали в Лас-Вегас. Это правда? Нет, нет, это не правда. Я ваша фанатка, Владик, я тебя так люблю, у меня с детства постеры твои. Это вы сделали, да? Я не удивилась, когда поклонница подошла к Топалу, потому что, в принципе, Влада знают, поэтому мне никогда не обижаюсь, когда меня не узнают, мне, наоборот, даже легче, потому что я очень стесняюсь всегда давать автографы, но считаю, что как бы я себя вот так особо вот прям звездой не считаю. Что это была, конечно, шутка с ее стороны, что она сказала, что распишите мне на груди, я сделаю татуировку. А, потому что, конечно, ни одна... Ну, хотя, если она совсем такая прям ее рьяная фанатка, может быть, она и сделает татуировку. В тот момент, когда даешь автограф, ты особо как бы, ну, не задумываешься, серьезно они говорят или нет. И, конечно, каждый раз анализировать ситуацию, это очень сложно. Поэтому Влад расписался без всяких задней мысли. Потому что, скорее всего, он подумал, что это шутка. Ну, круто. А чё? Ну не, ну а почему не? Ну мне прикольно, а почему нет? Будет всем говорить, что это автограф, Влад Топалов, это реклама будет мне. Я вижу, что подстроили. Это не подстроили, а? А что, номер телефона прям? Конечно. Понравилось, да? Человек хороший. Откуда ты знаешь? Ну, душевная такая пошла. Тебе подходят мужики, вообще танцуешь, спляшешь. Вообще это дело для тебя.
Я думаю, что это подстроили на самом деле. Да не, нет, это реально, она не так не сыграешь. Она реально тебя любит, наверное, кто-то позвонил, она тебе в кого бегала. Ну, вот она оделась, во-первых. Она подготовилась, чтобы найти тебя колготы, грудь. Красота, она простящая, не трудилась. Она сказала, что ей сказала подружка, что Влад приехал в Лас-Вегас. Хотя подружка знает, что Влад приехал в Лас-Вегас. Еще не... Больше, это самая старая улица в Лас-Вегасе. Это улица, все начиналось. Да, вот это мне больше нравится. Да. Вот здесь, видишь, все самое-самое такое старинное, первое. Но считается, уже считается не очень престижным этот район. Здесь колорит, здесь атмосфера. Да. Американцы все приезжают все равно сюда, вот, как бы отдать дань, как ты и сказал. Ага. Здорово. Нет, здесь круто. Да, а шоу вот это прям на потолке.